Привет. По сложившейся традиции я нахожусь на Купаябай, и сейчас я буду рассказывать вам о событиях 24 июня, но для начала я хочу, чтобы вы подтвердили, что видите и слышите меня. Тем временем, говоря о 24 июня, что сегодня должен был продолжаться пикник в лагере Чириковой, точнее лагере Чириковой, лагере защитника Химкинского леса. К сожалению, он не состоялся. Однако, там прошло очень важное мероприятие, собрание движения общежития Москвы. Движение общежития Москвы, напомню, это жители общежития, которые решают вопрос с выселением их из помещений. И эти ребята приняли решение, во-первых, что они будут продолжать свою борьбу, разумеется, а во-вторых, они завтра в 3 часа устроят довольно интересное мероприятие о администрации, у приемной президента Российской Федерации на Ринке 23, кажется, станция метро Китай-город. Вот. Второе, было еще сегодня два важных события. Первое, это пикет «Другой России» на Новокузнецкой, 18:00. Другороссы снова развернули растяжку России без Путина, и поэтому, несмотря на то, что пикет был санкционирован, они все были задержаны местной полицией и даже ОМОНом уже в шлемах. Сегодня, кстати, впервые были, по-моему, на этих пикетах использованы космонавты. И это... Хотя важный момент, я считаю, что нам нужно собраться будет их поддержать в следующую пятницу, наверное, когда они проводят очередной пикет. Итак, хотя в этот раз они простояли минут 20. Следующий, что сегодня произошло важное, это последнее воскресенье месяца, прошли Маяковские чтения у памятника Маяковскому на Триумфальной. Вы можете посмотреть это в записи, это сложно рассказать, я хочу сказать, что там было много как не очень хороших, так и чудесных поэтов. Я полагаю, что на следующее чтение я обязательно что-то свое напишу. Вот. Это на самом деле замечательное действие. Я рекомендую посетить его 29 июля на конце следующего месяца. Вот. Это как раз будет через 2 дня перед следующей триумфальной. Сегодняшнее действие на Купаябай было довольно интересным. Ассамблеи не было, но была дискуссия об образовании, которую, к сожалению, пропустил. И была очень интересная политическая игра. Насколько вы, может быть, знаете, мы играли по политическому компасу. Политический компас предполагает распределение на 2 шкалах. На шкале экономических свобод и на шкале свобод социальных. То есть индивидуальных и демократических. Соответственно, мы поняли, что Россия находится в этом плане в нижнем правом квадрате, то есть дрейфует в сторону экономической свободы, дерегуляции рынка с одной стороны, а с другой стороны в сторону диктатуры. Нам же нужен либо путем частных выборов и преобразований снизу, нам нужно скакнуть в сторону демократии и ограничения разрушения последних социальных ништяков. Либо сделать это, естественно, путем мирного протеста. Так или иначе, в какой-то момент у нас будет достаточно демократическая сторона, демократическая институция, и уже после этого мы будем развиваться в ту или иную сторону. Лично я считаю, что на честных выборах после революции у нас будет социал-демократическая коалиция, и у нас, наконец, будет няня Швеция. Одна из альтернатив, которую хотелось бы отметить, это построение альтернативного общества в форме окупаев, профсоюзов, жилищных товариществ и так далее, которое заменит неэффективное современное государство. Вот. Это была замечательная игра. В следующий раз мы, скорее всего, поиграем в парламент России после честных выборов.
Вот. Это что касается событий. Я расскажу о событиях завтра. Завтра у нас, напомню, что в 3 часа будет готова, будет акция движения «Общежитие Москвы» у приемной президента. А в 21.00 на Occupy Abaya будет очередная ассамблея. Если что-то интересное будет между этими событиями, то я непременно дам вам знать. Но если ничего не будет, то... увы. Это, кажется, все о событиях к сегодняшнему и завтрашнему дню. И я ожидаю ваших вопросов. Ну-с. Ваши вопросы? Фейсбук проголосовал, но я не знаю, чем это закончится. На самом деле, факт то, что деньги я фактически так или иначе уже практически собрал. Мне сейчас осталось только собрать скромную сумму, где-то 1000 рублей еще мне нужна. Если вы сейчас кинете мне 1000 рублей, я буду вам очень благодарен и завтра все куплю. Про блондинку, когда я собираюсь клеить, ну я не знаю, идея, конечно, хорошая, но я подумаю вашим предложением. Зажал ли Чирикова шашлык, я не знаю, но Чирикова сегодня не было, и просто пикник, скорее всего, провалился из-за плохой погоды. Что происходит с Бугоровским после держания на пикетах? Да, я забыл сказать самое главное. Большую часть отпускают, но Марата, который организатор этих пикетов, его закрывают по 19.3. Как сегодня промелькнула информация в Твиттере. Я еще раз считаю, что поэтому нужно прийти на Новокузнецкую и поддержать Другороссов. Вот. Гаджеты разные, прибамбасы, поясни, пожалуйста, о чем идет речь. Куда делась Изабель? Изабель активно занимает сейчас проектом комитета 6 мая по освобождению политических заключенных. Пробовали ли заваливать власть удавлениями о митингах? Нет, но все очень вдохновляются нижегородским примером и считают, что нам нужно это делать, но дальше разговоров в дело не заходит. Почему у нас так популярны левые взгляды? Читали ли мы, к чему они могут привести? Да, мы знаем, к чему могут привести левые взгляды. Поэтому я хотелось бы уточнить, что все, кто у нас придерживает так или иначе левых взглядов, придерживаются по большей части леводемократических взглядов. То есть нам нужно демократическое государство, которое будет создавать условия для всестороннего, духовного, физического, нравственного и так далее развития каждого человека, обеспечивать его работой, здравоохранением, образованием и так далее. Такое государство нам и нужно. Нетбук, никакие прибамбасы не нужны. Я с нетбуком могу работать как есть. Погода сейчас не очень хорошая на самом деле. В Москву вернулось ее привычное лето с 10, где-то с 15 градусами тепла, по ощущениям. Лето у нас было вчера, но больше, видимо, не будет. Говорят, что оно бывает в июле, но я им не верю. Вообще просто по моему мнению все, что ниже 20-25 градусов, это нифига не лето. Цена на нефть, кстати, да, это прикольно, за ней следить. У меня есть лайфчарт. Не знаю, что вы подразумеваете под националистическим социализмом, но если в обществе будет запрос на некое
абстрагирование от контроля миграции и так далее, то почему нет, в принципе? Я не считаю, что это очень хорошо. Но если понедельника будут дожди, то ну, тем хуже. В Москве и так лет нет, тут еще и дожди. Ну, мы не за Юрлсом смотрим, а за Брентом, это проще. И Брент 91 закончился, выходные на 91 Брент. Вот. Собственно, да, сейчас так... Я не знаю, что происходит в социал-демократической Швеции. Я думаю, что свои социал-демократические законы мы примем так, чтобы всех они устраивали, естественно. Главное – это контроль над любой даже социал-демократической властью. Значит, планы Москвы касаемо Сирии – все очень очевидно. Москва поддерживает сирийскую войну просто для того, чтобы поддерживать высокие цены на нефть. Пока на Ближнем Востоке конфликт, цены на нефть не падают. Именно из-за того, чтобы у нас была эта стабильность, гибнут люди. Какие планы дальше на пару дней, я не знаю пока что никаких, то, что будет в ближайшие пару дней. Но какие-то акции, малые акции протеста будут, я их стану освещать, но опять же деятельность ассамблеи, которая тоже не стоит сбрасывать со счетов. Я думаю, что вообще сам по себе авторитарный и тоталитарный социализм появился не от хорошей жизни. Если говорить эти РСДРП, Ким Ир Сенов и Че Гевар, то просто в тот момент было невозможно демократическое управление страной при концентрации, грубо говоря, экономического планирования в одних руках. Но сейчас у нас есть достаточно, грубо говоря, возможность, чтобы принимать экономические и политические решения путем быстрых референдумов. И я думаю, что мы можем поставить социализм на демократическую ногу. Это очень легко и просто, на самом деле. Причем не обязательно, что это будет чисто социализм. Это может быть просто очень социальное государство. Я думаю, что это многих устроит на определенном этапе. Вот. Ну ладно, это дискуссия о левых и правых. Я не хочу как бы ее вести с слушателями и зрителями. Поэтому давайте, если ничего нового у нас не будет, давайте закончим. Я просто только напомню, что фактически даже уже без участия ассамблеи деньги на ноутбук практически собраны, и мне осталось получить только порядка 1000 рублей. Когда они у меня будут, я уже смогу его все-таки купить, если будет завтра или послезавтра. Я очень рада вашей помощи, кто-то дал мне порядка 4000 рублей. Большое всем спасибо, что вы мне помогаете и поддерживаете. В Швеции, что когда... Ладно, еще раз закончу про Швецию. Там серьезное социальное государство, которое держит капитал в узде. Поворот, по-моему, чем плох поворот национализм, по-моему, потому что я считаю, что все нации равны, и единственное, что националистически должно быть, это избавление от примата, так сказать, титульных наций в национальных республиках, потому что я знаю, как это бывает, но не более того, никакой государствообразующей роли каких-то там народов, по моему мнению, быть не должно, но это мое личное мнение, его никому не навязываю. Вот. Я думаю, что на этом вопросе мы все закончим. Я хочу только еще раз попросить смотреть мои трансляции, ну и выходить на акции протеста в своих городах, участвовать в доброй машине пропаганды и жертвовать определенные суммы на помощь политзаключенным, на различные гражданские проекты, ну в том числе и мне. Большое спасибо и до свидания.